Праздничный рождественский утренник с чаепитием состоялся в святочные дни и в Сретенском храме Петропавловского кафедрального собора Казани. В нем приняли участие воспитанники воскресной школы при соборе, их родители и учителя. Открыл утренник клирик собора иерей Антоний Ермошин, который в своем выступлении поздравил всех с Рождеством, рассказал историю праздника и пожелал всем присутствующим последовать примеру пастухов и прийти к яслям для поклонения родившемуся Господу нашему Иисусу Христу. Единым устами и единым сердцем прославить воплотившегося ради нашего спасения Господа, младенца Христа, который лежит в Вифлеемских яслях, лежит в окружении животных, в окружении волхвов и пастухов, которые пришли, чтобы ему поклониться. И вот мы вместе с волхвами и пастухами также поклоняемся Вифлеемским яслям, также с любовью, с трепетом к ним взираем на Бога младенца Иисуса. После хороводов и выступлений приглашенные на праздник дети приняли участие в чаепитии, во время которого им вручили сладкие подарки.